магазин «Истехник» Санкт-Петербург. Сегодня катаем лодку «Альтаир» 460 с фальшбортом. Фальшборта, морской дротик, донышко, надувное дно. Сейчас выходим на воду, будем пробовать на воде. Вот дно. Имеет киль, спансоны два. Так называемый морской дротик. Вот этот киль большой. Сейчас на воде проведем испытание. Даже 19, ребята, 19 километров в час на пятерочке Хайни Альтаир 460. Ну что, нормальный результат? Пятерка. Да, 19 60. Смотрите, вот я на баллоне просто сижу, лодка не переворачивается. Смотрите, сколько она устойчива. Просто вот хорошо обрабатывает.
вдвоем в лодке, пятнашка двухтактная, два человека.